С Днем России! Ноябрьск поздравил депутат Тюменской областной думы, начальник департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергей Белкий. Уважаемые земляки, поздравляю вас с государственным праздником – Днем России. Этот день – особая дата в новейшей истории нашей страны. 12 июня – день новой демократической России, праздник единства нашего общества. День признания государственной независимости нашей Родины стал для всех россиян поистине общенародным праздником. Он символизирует мощь и величие России, национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей страны. Примите искренние поздравления с этим важным для каждого гражданина страны праздником. Желаю вам мира и согласия, здоровья, счастья и добра!